Там виповские вообще туалеты, вообще виповские прям, ну. Блин. У нас каждое утро, ребят, еду воруют вороны. А еще я хочу спрыгнуть с парашютом. Вон там все прыгают, а мама мне не разрешает. Вообще капец, она прям явно недовольна жизнью. Капец, как можно столько тратить денег? Хоть бы мне купила рюкзак Louis Vuitton. Ну что же, ребятки, мы пришли в номер, очень уставшие, положили пакеты. Вот Louis Vuitton, вот Burberry, вот наши сумки с пляжа, срачильники. Ну что же, ребятки, всем большой привет, меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Я думаю, вы все заметили мой странный, заспанный голос, опухшее лицо. Все это только потому, что сегодня я снимаю для вас потрясающий влог из Дубая. Покажу вам, в каком отеле я нахожусь, покажу полностью наш номер, в котором мы живем с моей родной сестрой и с мамой. Покажу вам, что находится за окнами, да господи, эту красоту я вам могу показать даже сейчас. Я проснулась буквально 10 минут назад, и сегодня я хочу показать вам целый день из Дубаев. И буду вести как видеодневник, чтобы все, что я снимаю, осталось на долгую память на моем YouTube-канале. Сейчас мы пойдем на завтрак, потом сразу же возвращаемся в номер, переодеваемся в купальники, в парео и идем на пляж. Загораем мы в основном у бассейна и периодически ходим купаться на море. Все это я вам буду показывать, и заранее хочу предупредить, что некоторые кадры будут меняться на видеосъемку с моего телефона. Качество на камере может быть такое, а что-то иногда снимать я могу и на телефон. Поэтому имейте в виду, что иногда кадры могут меняться. И подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. И у меня есть Instagram, где я выкладываю очень-очень-очень много всяких интересных историй, фотографий. Ник вы сейчас тоже видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь, я уверена, что вы уж точно не пожалеете. Итак, это влог, и сейчас мы отправляемся на завтрак. Я желаю вам приятного просмотра, всех люблю, всех целую, мы можем начинать влог, поехали! Итак, этот прекрасный вид я вам уже показала, но покажу еще раз. Это просто неописуемая красота. Изначально мы должны были отдыхать в другом номере с совершенно другим видом, но так как настроя, нам дали номер как раз-таки на троих, и нам фартануло. Вот такой вот чудесный вид. Я просто в шоке, в шоке, в шоке. Сейчас Полина и моя мама переодеваются на завтрак, готовятся, собирают какие-то вещи. Номер показать прямо сейчас я вам не смогу, потому что там огромный срачельник, и когда приберутся после завтрака или после пляжа, обязательно сделаю небольшой рум-тур. Не буду медлить, давайте же я пойду соберу вещи, все возьму с собой, и мы отправляемся с вами на завтрак. Итак, мы уже зашли в лифт, Полина, мама, все безумно сонные, заспанные, но мы наконец-то идем на завтрак. Доброе утро! Доброе утро, девочки! В нашем отеле, кстати, безумно вкусно, но очень надоедливо пахнет какими-то мужскими духами. Я вам уже, по-моему, об этом говорила. Прям такие мужские, не русские духи. Прям вот мы ходим. Это арабский запах такой, специфический очень. Мне нравится. И он реально надоедает для русских, мне кажется. Да, для русских это очень надоедливо, но очень концентрированный, такой насыщенный прям. Хорошо, что у нас в номере приятный запах такой дорогой кожей. Легкий запах такой. А приятный. У нас в туалете пахнет лимонной кислотой. И там виповские вообще туалеты, и вообще виповские прям мох. Блин.
Завтрак у нас находится вот здесь вот прямо. Мы, естественно, выйдем на улицу. Понятно, да. Будем завтракать на улице. С утра у нас шведский стол. Мы можем выбрать, что захотим, и периодически заказывать какие-нибудь омлетики, может быть, какие-нибудь вкусняшки. В общем, сейчас я вам все покажу. По традиции мы завтракаем на веранде, поэтому нам предложили столик на улице. Вот, кстати, меню из того, что мы можем выбрать. Всякие омлетики, яйца, все на английском языке. Я английский знаю не очень хорошо. Вот такая вот здесь красота, и вот тут сразу находится бассейн, где мы будем загорать, но мы не переодевались только потому, что на завтрак в ресторан не ходят в паранже и в купальнике, ну, я так думаю. И мы сразу идем выбирать продукты, сейчас я вам покажу все то, что находится на шведской стороне. Корзину взяла? Да. Начнем, пожалуй, с хлеба. Обычный хлеб, вот такая вот красота. Также всякие круассаны, печеньки, очень вкусные печеньки. Там все готовят, мама рассматривает, вот в таких вот сковородочках лежит обычно картошка, грибы, в сковородке сделаны всякие вкусняшки, суп, тут можно заказать и сделать омлет, очень вкусный. Я хожу, людей на завтраке смущаю со своей камерой, и все так на меня смотрят, типа, ты нормальная? Нет, дай нам нормально поесть. В общем, я вчера кушала омлет с грибами, с ветчиной и сыром, и с помидорками, это очень вкусно, поэтому я сегодня тоже закажу омлет. Вот такие вот вкусные йогурты, фруктики, и вот тут набирают тоже овощи, всякие сыры. Вот тут тоже хлопья, можно покушать хлопья с молоком. И тут тоже всякая вкуснятина. Полин, я всех смущаю, хотя бы ты в камеру улыбнись и не косись на нее. У меня все через жопу, как обычно. Что у нас взяла мама? Пока можете посмотреть. Что... Ассорти. Ассорти. И что взяла Полина? Ну-ка, у Полины выбор прекраснейший, просто огурцы, немного грибочков, два бутера и сыр. Прекрасное сочетание. Итак, для первого, вы все прекрасно знаете, что я обожаю грибы, поэтому взяла себе грибы, два бутерика с сыром и с ветчиной, помидоры и огурцы, заказала кофе, также заказала омлет, о котором я вам говорила. Мама положила себе, что это? Бекончики. Бекончики. Яйцо Бенедикт. Ага, яйцо. Сырочки, картошечки и фасольки. Ага, все полезное. У нас мама на правильном питании, как обычно. Особо. Мои уже показали? Да, Полина показали. Бутерки, картошка, грибы, сыр. Тебе этого достаточно вполне, да? Спасибо большое. Нам принесли капучино. У нас каждое утро, ребят, еду воруют вороны. Если кто-то оставил в тарелке еду и ушел дальше что-то набирать, то ворона, она просто все съест, все, что лежит. Я думаю, многие зрители видели вот эту прекрасную историю у меня в Инстаграме. Если не подписаны, подписывайтесь. Ворона просто нагло залезла на стол и съела виноградинку или что там было. Просто съела с еды. Короче, тут полнейший зоопарк, и все это так интересно и красиво. Пью кофе и наслаждаюсь завтраком. Ну что же, мне принесли омлет, тот, который я хотела. Сейчас буду кушать. Полина тем временем уже доела кашку, а мама все тоже ест на правильном питании. Ну что же, мы покушали, и сейчас выбегаемся в номер для того, чтобы переодеться, а потом идти на пляж. Еще мы чаек пили. Да, еще мы пили, ну ты пила чай, я пила кофе с круассанами. Ну что же, на улице выглянуло солнышко, меня прям щурит-щурит. Мне нужно обязательно взять очки, я надела парео. Вот такой вот у меня красивый купальник с завышенной талией, безумно мне нравится. Все татуировки мои сразу видно. Вот такая вот красота. Сейчас пойдем и ляжем к бассейну. Так непривычно носить такие вот шляпки, но все равно, мне кажется, выглядит неплохо. И у меня челлендж, кстати, в Дубае каждый день носить разные купальники, потому что мне наприсылали купальников 15, если не больше. И я все их взяла. Поэтому сегодня у меня на очереди вот такой вот синенький. И следите за фотографиями в моем инстаграме. А мы выдвигаемся на пляж! Ну что же, мы вышли из номера. Вот
такие вот красотки. Птички поют, на улице безумно солнечно. Сейчас я вам покажу пределы нашего отеля. Вообще, куда мы идем. Я вообще не вижу, что на камере, потому что на меня безумно сильно светит солнце и все отсвечивает. Показываю вам вот этот прекраснейший бассейн с офигенскими местами. Сразу же можно от бассейна пойти на море. Море я вам тоже сегодня покажу. Зеленая травка. Вон там Цезарь стоит, потому что отель у нас тоже Цезарь называется. Все купаются, безумная красота. Ребята, интересный факт, вот этот про этого Цезаря. Мне всегда кажется, когда я на него иду, что у него движется рука, я не знаю почему. Да, особенно вечером, ребят, посмотрите на него. Реально, как будто шевелится. Мы берем полотенце и выдвигаемся занимать места. Thank you. Нам пожелали хорошего дня и вручили вот такую вот сумочку, которая наполнена полностью льдом. И внутри 5 бутылок льда, чтобы, если вдруг нам станет жарко, мы ее открыли. И это у нас, короче, как холодильник на пляже. 5 бутылок льда, 5 бутылок воды. Вот такой красивый лягушатник для детей, который, кстати, со временем включается, и там можно сидеть как в джакузи. Играет офигенная музыка, надеюсь, что меня за авторские права не убьют. И мы выбираем места, вот такая вот красота. Итак, мы определились с местами, вот такие вот 2 места красивеньких. И вот это самое красивое, лучшее место. Здесь я делала фотографию, ее сейчас прикрепляю для вас. Самая крутая в моем инстаграме, по моему мнению, где я показала свою попку. В общем, вот эти вот 2 места наши с Полиной прям посреди бассейна, самые офигенские. Можно приходить, мочить ножки, радоваться жизни, в общем, красота. Мы сегодня красотки в синем цвете. Сейчас будем загорать. Мои очки, ребятки, которые я вам, кстати, не показывала от Gucci, безумно мне нравятся, солнцезащитные, прям суперские. Мне они прям вот безумно понравились, когда я их увидела в магазине. Многие говорят, что я в этих очках похожа на муху, но я думаю, что это не так. Можно сразу помочить ножки, такая вот красота, и лечь загорать. Вот такая вот красотка тут лежит. Помаши ручками. Вот такое вот я обустроила себе место и безумно боюсь уронить камеру в воду. Мне очень страшно, поэтому вот сюда на столик я ее вообще ставить не буду. И по традиции в бассейне я завязываю волосы, потому что с моими черными волосами это максимально неудобно. Солнце очень светит, поэтому я сейчас завяжу волосы в пучок и вернусь к вам. Вот такая вот я теперь красотка с собранными волосами и пойду намажусь солнцезащитным кремом, потому что раньше я думала, что у меня аллергия на солнце и очень часто покрываюсь какими-то прям красными пятнышками. Вот, и сейчас я очень часто мажусь, хотя раньше мне очень нравилось загорать на солнце, пока я не увидела эту реакцию организма. В общем, сейчас пойду мазаться, чуть позагораю и покажу вам, что мы решили с мамой заказать, потому что на пляже мы всегда заказываем всякие напитки, вкусняшки и буду держать вас в курсе. Моя теперь новая фраза паразитка. Буду держать вас в курсе. Итак, ребятки, мама забрала у меня резинку, я попыталась волосы уместить как-то в шляпу, выгляжу максимально убого, но они там купаются, я тоже хочу, никто меня снять не сможет, поэтому мне придется хотя бы чуть-чуть залезть в воду с камерой. Я очень надеюсь, что я ее не уроню и рискую ради вас, ради того, чтобы вы поставили лайки, поэтому все ставим лайки, я вас люблю. Итак, Полина сейчас вам покажет мастер-класс плавать под водой, смотрите, начала выпендриваться. Вот они, красотки, мама и Полина. Как твое настроение, Полина, по 10-бальной шкале? Говно. Говно? А если серьезно? Нормально. Нормально. Мама, у тебя как настроение? У меня 11 баллов. Красота. Вот они, любимые мои. Безумно нагревается лежак, ребят, вы просто не представляете. Он прям такой горячий-горячий. Карина. Да. Считайте, за сколько я до туда доплыву? За сколько доплывешь? Давай. Раз, два, 3, 4, 10, 11. За 11 секунд доплыла. В общем, ребята, я сейчас тоже пойду плавать. Меня мама немного поснимает. С распущенными волосами, конечно, безумно жарко. Все это я вам покажу под музычку. Закажем какие-нибудь напитки и передам атмосферу через какую-нибудь песенку. Потому что мне кажется очень скучно, когда я только болтаю и только болтаю. В общем, включаем музыку. Already packing, come
with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Вот такие вот мы с Полиной кроссовки сегодня, в синих купальниках. Посинели девчонки на второй день, третий. На меня все смотрят и очень надеются на то, что я уроню сейчас камеру под воду, но я этого не сделаю. В общем, очень прикольно держать камеру и плавать в бассейне, но я безумно боюсь, так что отнесу ее сейчас куда-нибудь. Короче, ребят, это веду я. Вот, самое интересное, это что мы сейчас идем за мороженым, и я иду босиком. Мне безумно горячо, но у меня сланцы очень горячие были, и так, поэтому вот так. Покупаем мороженое Карине и мне. Ждем продавец, должен сейчас к нам прийти. Он наш заметил, идет. This one Ferrero Rocher. This half. One Ferrero Rocher. И что еще? Видите, все как у нас процедура какая стерильности производится в связи с нынешней обстановкой. Привет от коронавируса вам. Да нет его здесь, мы его не видели. На чайка один чай. Один. And one ванила. Супер. Че, как он? Вкусный? Такой же вкусный, как вчера? Да, очень вкусный. Теперь, Поля, я распишусь сейчас. Пойдем. Коля, что мороженку ешь? Пока Карина не видит, да? Она увидит это в монтаже сером. Смотрите, Полина принесла мне мороженое. Ну что же, прямо сейчас мы отправляемся с вами на море. Чуть не забыла вас взять с собой, уже чуть ли не дошли до моря. Я такая, блин, надо взять камеру. Полина и мама меня уже ждут. Сейчас я вам все покажу. Вот такая вот красота, песочек. Ничего не вижу через камеру, что я снимаю, но постараюсь вам передать эту прекрасную атмосферу. Песок безумно горячий, прям ужасно. И я из-за того, что тороплюсь, боюсь наступить на какие-то ракушки. Тут их, кстати, очень много. Вот оно, прекрасное море и кола на полу посреди песка. Сейчас я дойду до мамы с Полиной и возьму вас вместе с собой в море. Ну скажите мне, какой блогер так еще делал? Кто так рисковал? Маленькие рыбки, полнейшая красота. Мне бы не уронить камеру в воду. Иначе все, я могу попрощаться со всем контентом. Сейчас я дойду до мамы с Полиной. Море, как видите, безумно прозрачное. Все очень красиво. А вот и мама с Полиной. Погромче, что здесь? Опасно с ней купаться. Опасно купаться? Полина, не брызгайся, у меня камера. Давай, заходим. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Купаемся. Ребят, это пипец. Потому что я боюсь, что я на кого-то наступлю, на какого-то ската. Ската? Или на краба. На ракушку, не боишься на камень? Или на скота. На скота. Ну-ка дай-ка теперь я на счет три. Раз, два, три. Боже мой, как холодно, как холодно. Да не ври. Какой. Хорошая водичка, что-то придумала. Шикарно? Я, кстати, никогда не мочу голову, потому что мне безумно некомфортно, когда у меня нету пробора на голове. С хвостиком я могу кончик волос намочить, а так нет. Кстати, посмотрите, какое сзади большое колесо обозрения. Его еще не достроили, говорят, через полгодика оно уже будет прям вообще такое светящееся, красивенькое. А еще я хочу спрыгнуть с парашютом. Вон там все прыгают, а мама мне не разрешает. Или разрешает? Нет, мама не разрешает. Это те, кому терять нечего, просто у них коронавирус, они прыгают. Так, ребятки, прошло примерно полтора часа. Полина заказала себе спрайт со льдом. Мама взяла себе пивасик. И я себе тоже взяла пивасик, но он не сильно алкогольный, так что не бойтесь за меня. На отдыхе можно. Надеюсь, мой ролик не заблокируют, конечно. И сейчас нам еще принесут три маленьких бургера с картошкой. Пить вредно. Да, лопайте, пить вредно, не пейте. Не пей спрайт. Итак, пока мы с Полиной ждем бургеры, присоединяемся к вам. Настроение потрясающее, мы отдыхаем. Часика через два мы все-таки решили уже пойти в номер для того, чтобы сходить в душ, переодеться, уже подготовиться к вечеру. Возможно, поедем в Бурдж-Халараб, в такую огромную-огромную башню, высотку. Я там внутри ни разу не была, но мы хотим погулять около нее, возможно, съездить в торговый центр. И да, мы не боимся коронавируса, по крайней мере, я не боюсь. Наша мама боится. Наша
мама безумно боится. Вы все просили комментария по этому поводу. Да, действительно, бывает иногда страшно. Мы вообще не хотели ехать, а сейчас уже нормально. Снимай, как я по дну плыву. Давай. Молодец. Правда, воздуха мало. В общем, принесли еду, картошки в этот раз для нас не пожалели, 3 бургера, 1 маме, 1 мне, 1 Полине. Вчера было картошки гораздо меньше, и сами по себе эти бургеры безумно вкусные. Вот этот бекончик можно взять на шведском столе на завтрак, и он очень вкусный в сочетании с булочкой. Вкуснятина, да, Полина? Мы только что искупались, как вы видели, мама отдыхает, у нас сегодня релакс. Пожелайте нам приятного аппетита. Ну что же, мы очень устали, наконец-то идем в номер, и сейчас я, как и обещала вам, покажу наш номер, в принципе, где мы живем и где мы будем жить оставшуюся неделю отдыха. Я даже в своем инстаграме проводила опрос, и 100% людей проголосовали, все 100% за то, чтобы я показала номер. Вот, и поэтому ждите, сейчас вы все увидите. Ну что же, мы собираемся, прошел примерно где-то час, мы все сходили в душ, Полина любуется в зеркале, надела на себя офигенные кроссовки, ну-ка покажи носки, вообще мне так понравились, прозрачные. Также у меня сегодня лук, стащила у мамы штаны вот такие вот, тире юбку, пиджак, собираю сейчас рюкзак для того, чтобы туда поместилась камера, вспомнила, что я все-таки снимаю влог, вот такой вот топик, и мама собирается сушиться. Номер я вам покажу чуть попозже, потому что, как видите, у нас тут расправлены кровати, и мы каким-то образом нажали на кнопку, которая светится с обратной стороны двери, чтобы у нас в номере не прибирались. В общем, мы косякнули жестко. Сейчас поедем, и как приедем, обязательно сниму для вас наш номер. Совсем забыла сказать, куда мы едем. Мы едем на шопинг в Дубай Молл, а также прогуляемся около огромной высотки башни Бурдж-Халифа. Я уверена, что вы все ее знаете. Покажу вам ночной Дубай, как красиво. Покажу вам, что я купила. Будем выбирать вместе с вами. Этот влог будет очень веселый, долгий, и, может быть, даже в отдельном видео покажу все вещи, что я купила, или в этом, просто ждите, а мы уже выдвигаемся. Ну что же, мы уже едем, безумно светит солнце, освещение хоть и не очень хорошее, но мы уже в такси. Полина едет рядом, мама впереди, все очень довольны, потому что все-таки нам смогли из отеля вызвать такси до Дубай Молл. Мы едем очень счастливые в предвкушении шопинга, потому что сейчас я собираюсь купить себе либо много одежды, либо много косметики, там что-то пищит. Ехать, я думаю, где-то минут 20, и уже подсниму для вас, что происходит в центре Дубая. Ну что же, можете нас поздравить, мы оказались в Дубай Молле! И сейчас мы будем ходить, шопиться, выбирать много всяких продуктов, одежды. Тут очень много крутых детских магазинов, и мы, по-моему, сейчас на -1 этаже, потому что тут пока не очень известные крутые магазины, и освещение не очень крутое. Мы сейчас поднимемся наверх, посмотрим аквариумы. Я закуплюсь и позже покажу вам, что же я все-таки купила. Полина, настроение свое опиши мне. Отличное настроение, настроение тратить деньги. Ага, у меня такое настроение каждый день, даже в Москве. Смотрите, мы дошли до улицы Луи Виттона, Прада, Баленсиага. Все самые известные и мои любимые бренды, народу, как обычно, нет. Вот, поэтому я не знаю, чего бояться. Сейчас у нас будет шопинг, и я возьму себе что-нибудь дорогое. А вот и моя сумочка, кстати, ребят. Ну, согласитесь, самая красивая из всех сумок в Гуччи. Я так не пожалела, что ее купила. Ну что же, а вот мы и подошли к аквариуму. Очень красивые рыбки. Но пока их, кстати, не так много. А тут супер красиво, прям вот очень крутой аквариум. Мы идем в магазин сладкого, вот он. Полина увидела магазин сладкого, так что мы прямо сейчас направляемся туда. Народу в Дубай Молле очень мало, поэтому свободно можно посмотреть на аквариум.
Посмотрите, например, какая огромная злющая акула проплывает. Вообще капец, она прям явно недовольна жизнью. Какого фига ее вообще в этот аквариум посадили? Ужас, какой страх. Мы купили конфетки, ту тележку, много сладостей. Сейчас отправляемся в другие магазины. Мы решили заглянуть в Лаш, и тут даже у меня совершенно другое предчувствие. Бомбочки тут продаются. Да, представляете? И в этом Лаш продаются те бомбочки, которых нет в Москве, ну совершенно. Например, вот эту бабочку я в Лаш не видела. Вот эту золотую бомбочку в форме яйца я тоже в Лаш не видела. Авокадо. Какие-то пшикалки, а что это такое? Нифига себе, в общем, разбираемся. Смотрите, мы зашли в Starbucks, заказали сахарный донат. Полина взяла себе горячий шоколад, я капучино и мама капучино. Естественно, без антисептиков не обходимся. В общем, мы до сих пор гуляем по Дубай-моллу. За это время, покажи-ка, я успела купить своему папе небольшой сувенир, красивую рубашку. Вы сможете увидеть в моем инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь. Ник на своих экранах вы сейчас видите, поэтому подписывайтесь. А мы идем искать Givenchy, Louis Vuitton, потому что доходили мы до тех магазинов и находили лишь только обувь и сумки. Сейчас мы пытаемся найти какую-нибудь красивую одежду, поэтому буду... Опять хотела сказать, буду держать вас в курсе. В общем, все, идем. Мы нашли Louis Vuitton, наконец-то. Тут два таких больших красивых отдела. Сейчас будем в каждый заходить, смотреть, что и как, что почем. В общем, вот такой вот первый отдел и вот такой вот второй отдел. Зайду в этот. А, ёпты, это мужской. Иду в женский. Ребят, посмотрите, я выбрала вот такие вот красивые кроссовки. Сейчас буду мерить 39 размер, надеюсь, что подойдут. Также я, секунду, присмотрела для себя вот такой вот рюкзак. Просто офигенный, правда, стоит очень дорого. 135 тысяч. Надо бы подумать, брать его или нет. Сейчас буду смотреть. В общем, уплыла я в этих кроссовках, брать их не буду, потому что они мне супер большие. Сейчас буду смотреть рюкзак и что-нибудь из одежды. Все-таки я решила сегодня разойтись, ребят, и беру вот такой вот рюкзак. И я 100% буду его брать, потому что он мне безумно понравился. Я посмотрела большой, но он выглядит прям как школьный. Вот посмотрите, ребят, элементарно большой. Большой рюкзак, он, ну, как в школу. Большой брать не хочу, он хоть и дороже, не насильно много, но все равно. Поэтому я настроена брать вот такой вот маленький рюкзачок, и он мне очень нравится. Прям такой девчачий, красивый, и я его покупаю. Ты рада? Безумно рада. Просто полный капец, как можно столько тратить денег? Хоть бы мне купила рюкзак Louis Vuitton. Блин, нет, на тебя нет. Купила KitKat, радуйся. Да. Купила KitKat, радуйся. Я безумно рада покупке, просто. Спасибо большое. Спасибо огромное. Ребятки, можете меня поздравить с покупкой. Чуть позже проведу распаковку или даже в моем инстаграме. Ура! Я купила рюкзак. Спасибо всем. Я безумно рада. Ну что ж, мы пришли в Карл Лагерфельд, и я решила порадовать свою маму. Она меряет кроссовочки. Как тебе? Размер нравится? Неплохо, не знаю. Красивые, недорогие. Я думаю, что зрителям понравится, поэтому... Офигенные! Поэтому я маме сейчас буду делать подарок. Мне, я думаю, подарков достаточно. Я уже купила себе потрясный рюкзак. Сейчас, правда, еще походим и решим. Ну что же, мамочка, я тебя поздравляю. Спасибо, моя девочка. Кроссовочки маме купила. Маму порадовала. Сейчас осталось Полю порадовать, да она там вообще Поле накакать. Она сидит в телефоне, радуется жизни и вообще все равно. Полина! Полина! Ей сладкого хватило, короче. Ну что же, хоть и освещение не очень хорошее, мы оказались в магазине Burberry, уже очень устали шопиться, но у меня в планах все-таки побольше денег всахатить, поэтому посмотрите. Сейчас я буду мерить вот эту прекрасную пару обуви Burberry. Поля ржет, сидит надо мной. Burberry. Тихо. Вот такие кроссовки мне очень понравились. И вот такие безумно понравились, и они не продаются в Москве, все эти пары. Сейчас я буду мерить вот такую вот толстовочку. Мне очень понравились ее рукава. Узнаваемые, красивые и очень модные. С кроссовками вообще будет офигенный стиль. Это стопудово я беру. Мама оценила. Итак, дорогие мои, сейчас я буду мерить кофту. Для этого нам понадобится сама кофта. И Карина. И Карина. Мы берем ее вот так вот, открываем. Карину туда засовываем. Вот так вот меряем. Блин, ну это вообще зачетная, конечно, что это толстовочка. Очень красивая.
модная и офигенная. Вот эту толстовку я точно буду брать. Также мне нужно будет сейчас померить кроссовки. Вот такие вот кроссовки. Вот такие вот черные и вот такие белые. Я купила черные кроссовки, толстовку, всохатила все практически деньги и безумно довольная, счастливая. Сейчас поеду в Bath & Body Works, где мы купим Полине антисептики, себе антисептики, маме антисептики, потому что там они безумно вкусные и ароматные. И поедем на ужин. Этот влог безумно насыщенный. Я уверена, что мои зрители не ожидают такого от моего канала, от меня. Ну что же, мне упаковали все красивенько в пакет Бёрбери. Можете меня поздравить с разорением, с тем, что я потратила все деньги и все, что хотела себе купила. Теперь я модница-скромодница. Сейчас за нами приедет такси, и не такси, которое на улице, а такси из торгового центра, который от одного магазина довезет нас до другого. Это вообще релакс у нас будет. Сейчас будем ехать по торговому центру, потом посмотрим на Бурдж-Халифу и поедем в номер, точнее не в номер, а в отель, ужинать. А вот и такси, ребятки. Мы с огромными пакетами, нас сейчас довезут туда, докуда надо. Да, мы поедем в Bath & Body Works, нужно купить антисептики. Вот такая вот красота. Это просто самый лучший влог, как мне кажется, на моем канале. Вы можете посмотреть на Дубай Молл со всех сторон. Красота. Как протекает вечер в Дубаях, в Дубай-моле. Прямиком нас довезли до Bath & Body Works, и Полина выбирает себе тонну антисептиков, так как в последнее время они стали супер актуальными. Я сейчас тоже выберу себе несколько антисептиков красивых, и будем ими пользоваться. Полин, ты берешь этот набор? В итоге мы с Полиной купили чехлы для антисептиков и два разных набора с антисептиками. Дома покажу вам или в своем инстаграме. Полинечка, ты довольна покупкой? Очень. Посмотрите на нее, уже все себе перекладывает, уже все поделила. Ну что вы? Ой, ужас. Ну что же, мы выбрались на улицу к Бурдж-Халифе, народу безумно много, орут дети. Я с огромным количеством пакетов, очень уставшая, хочу в номер, хочу ужинать. Вышла наконец-то на улицу ради того, чтобы показать вам этот прекрасный вид, ради того, чтобы вы полюбовались, чтобы я смогла в конце концов передать вам эту прекрасную атмосферу. И я просто хочу, чтобы вы сейчас увидели эту прелесть. Добро пожаловать в Бурдж-Халифа. Вы только посмотрите на этот прекрасный вид. Посмотрите на Бурдж-Халифу, какая она красивая, какая она огромная, какая она высокая просто. Сколько народу рядом и какой потрясающий, красивый, обалденный вид. Я мечтала, чтобы вы это увидели, я мечтала, чтобы вы на это посмотрели. Поэтому все, я теперь счастлива, довольна и рада, что я сняла этот влог до самого вечера, показала вам целый день из своей жизни. Сейчас поедем в номер. Только что еще включилась подсветка у Бурдж-Халифа, и она стала зеленого, красивого цвета. Посмотрите теперь на эту прелесть еще раз. Просто красота. Полина довольна. Это ошибка жизни. Думаешь, ошибка? Красотень. Ну что же, ребятки, мы пришли в номер, очень уставшие, положили пакеты. Вот Луи Виттон, вот Бёрбери, вот наши сумки с пляжа, срачильники, вот продуктики, которые мы купили, я для вас не сняла, сладости. И показываю вам наш номер. Полина полумертвая, хочет ужинать. Мама тоже, меня все торопят, поэтому смотрите. Вот три кроватки. Тут спит мама, тут спит Полина, тут сплю я у окошка. Вот этот прекрасный вечерний вид, который я вам сейчас покажу. Вот такая вот красотень. Просто полюбуйтесь на это. Не то, что я вам показывала сегодня во влоге утром, а вот такая вот просто красотень неописуемая. Кстати, вон там внизу мы скоро будем ужинать. Вид я вам показала. Тут мы обычно сидим, загораем, отдыхаем. Вот так вот открывается дверца.
таким вот чудесным образом мы сразу попадаем в ванную. Тут вот такая вот ванная, сразу же душевая, огромное количество шампуней, и вот тут шторки отодвигаются наверх. Рядом с ванной лежат купальники, всякая косметика, тут наши чемоданы, там туалет. И мы можем сразу вот так вот возвратиться обратно в кроватную спящую спальную зону. Вот тут вот у самого входа кофеварка, водичка, всякие вкусняшки, орешки. И уже выходя из номера, огромный-преогромный красивый холл. Ну а сейчас мы идем на ужин. Мы наконец-то пришли на ужин. Просто устали ужасно. Идем на улицу. Нас сейчас проведут до верандочки небольшой, где мы будем сидеть и ужинать. Я уже в голове думаю, что же я все-таки съем. И с некоторыми блюдами определилась. В общем, мы вышли. Сейчас будем наслаждаться ужином. Народу, кстати, к ужину очень много. Прям мы пришли поздноватенько, так уже почти под закрытие. Час до закрытия. Вот такой вот прекрасный выбор. Опять же, все на английском языке. Я сейчас определюсь, и как нам принесут блюда, я вам покажу, что заказала. Так, ну что же, первое, мы заказали куриный суп. Полине уже тоже принесли куриный суп. Будем ждать сейчас следующих блюд. Нам принесли булочки. Полина уже попробовала, съела суп. Маме принесли салат. Что это за салат? Какой-то непонятный вкус. Тут и соус песто, и всякие травки, и какие-то жареные, то ли семечки, то ли что-то. Немножко помидор, в принципе, неплохо, но необычно для русского человека. И вино. Винишечка маме. Ну что же, принесли пиццу. Я уверена, что я ее всю не съем, это 100%. Полине принесли ризотто с грибами. Это такая паста рисовая. И маме принесли... Что это? У меня сальмон, лосось. Очень вкусненький. Вкусненькая рыба. Пожелайте нам приятного аппетита и вернусь к вам уже в номере. Ну что же, ребятки, мы пришли в номер. Не представляете, насколько устали. У меня просто уже даже нет сил держать камеру. Полина потихоньку раздевается, собирается ложиться спать. Мама уже моется. Мы сейчас распакуем покупочки. Я безумно довольна тому, что я купила и кроссовки, и новую кофту, и рюкзачок Louis Vuitton. Это был самый незабываемый день и самый крутой день в Дубаях. Спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Если вы хотите посмотреть полную распаковку, то я создам отдельную вкладку в актуальном у меня в Инстаграме, где вы сможете посмотреть полный обзор всех продуктов, которые я сегодня купила. Прям отдельная вкладка будет «Покупки Дубаи». Обязательно смотрите у меня в актуальном в профиле. Если вы не подписаны на мой Инстаграм, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, как говорю по традиции, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Спасибо вам большое, что досмотрели этот влог. Ждите следующий. Я вас люблю. Ну а с вами была Карина, и я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!